Какая будет погода в новогоднюю ночь и как нельзя украшать елку? Прямо сейчас в рубрике «Прогнозы МЧС» расскажет заместитель начальника главного управления МЧС по краю Валерий Терешков. Он сейчас в нашей студии. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые красноярцы. Вторая половина недели и последний день уходящего года мы ожидаем магнитные бури с 27 по 31 декабря включительно. В это время мы ожидаем колебания геомагнитного поля до 6-7 баллов. Будьте осторожны, особенно водители. Последняя неделя уходящего года будет относительно комфортной. Во вторник мы ожидаем днем до минус 3, днем до минус 10 ночью. Со среды понижение температуры до минус 15 и к пятнице, ну и в дальнейшем понижение до новогодней ночи. Во вторник-среду мы ожидаем снег, ветер. Будьте крайне осторожны, те, кто отправляется за город. При снеге предполагается ухудшение видимости, на дорогах гололед, снежный накат. На дорогах соблюдайте скоростной режим, не делайте резких маневров. Перед выездом на трассу всегда уточняйте прогноз погоды. За прошедшую неделю в крае произошло 31 ДТП. 2 человека, к сожалению, погибло, 32 получили травмы. Среди них 2 детей. Уважаемые красноярцы, в преддверии новогодних праздников сотрудники Государственного пожарного надзора, а также Роспотребнадзора проверяют места с массовым пребыванием людей, задействованных в проведении праздничных мероприятий. Таких мест в крае 2500, уже проверено 163 объекта торговли и питания, размещения детей, мест непосредственно проведения новогодних мероприятий. По результатам проверки возбуждено 120 дел об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 384 тысячи рублей. Уважаемые организации мероприятий, не допускайте нарушения правил пожарной безопасности во избежание травматизма. 26 декабря в 16:30 состоится открытие главной городской елки на острове Татышев. Всего в Красноярске будет открыто порядка 400 главных районных и дворовых елок. Соблюдайте правила безопасности, особенно следите за детьми при катании с ледяных горок. Уважаемые красноярцы, напоминаем правила безопасности при выборе и установке украшения праздничной елки. Гирлянда должна быть только заводского изготовления. Проверяйте исправность провода. Кроме того, при выборе самой искусственной елки лучше отдать преимущество моделям, которые имеют противопожарную пропитку. Это обозначено на упаковке. Обязательно требуйте сертификат сообщения. Будьте осторожны, некоторые дешевые искусственные елки могут выделять вредные пары. Также призываем быть внимательным при покупке петард и фейерверков. Приобретайте пиротехнику только в специализированных магазинах и отделах. Спрашивайте у продавца спецификат на товары. Если их нет, это крайне опасно. Продавцов предупреждаем, очень предупреждаем. Продажа пиротехнических изделий несовершеннолетним запрещена. Уважаемые красноярцы, смотрите прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на канале ТВК. До свидания.